Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая аркада от разработчика Кетчупа под названием Флиппи. В этой игре, ребята, сейчас мы будем бежать, переворачиваться и ускоряться. Ну что, давайте нажмем начать, и мы бежим, в принципе, и переворачиваемся именно в тот момент, когда мы встречаем, в принципе, эти иглы. Вроде как бы все понятно, вроде легко, но с одной стороны это очень, в принципе, трудно, ребят. Так, вроде у нас идет пока что все хорошо, ускоряемся, отлично. Так, иглы, нам они не нужны, переворачиваемся, где их нету. Вау, супер, ребята. Также вот эти вот человечки, которые бегут, это очень, в принципе, хорошо, потому что когда мы на них набегаем, мы как бы, ребята, ускоряемся, еще плюс очки дополнительные, так сказать, да? Поэтому это очень круто. Так, ребята, знаете что? Я полюбил компанию Кетчуп. Они делают очень крутые, ребята, аркады. А точнее, ребята, эти таймкиллеры, где можно реально убить время. Поэтому вот как она вышла, я сразу же снимаю вот обзор, потому что я знаю, что от этого разработчика все крутые игры. Поэтому вот такие вот, в принципе, делишки. Так, ну что, переворачиваемся, собираем этих человечков, чтобы ускориться, да? Избегаем эти иглы. В общем, все как нужно. Так, отлично, ребята. Так, ускорение. Когда у нас, ребята, вот такое вот желтое ускорение, да, нам вообще не страшны эти иглы. Поэтому сейчас нам они, конечно же, страшны. Вот так это будет, если вы, конечно, на них наступите. Также у нас появляются здесь различные подарочки, смотрите. Так, давайте посмотрим. 125 кристаллов. Это у нас что? Миссия выполнена. Давайте посмотрим, что здесь. 40 кристаллов. Так, что у нас здесь еще имеется? Давайте посмотрим. Так, это у нас, ребята, различные бегуны. Смотрите, да? Ниндзя всякие, но чтобы их как бы открыть, нужно различное подключение, я так понял, да, смотрите, к Фейсбуку, например. А, во, она сразу открылась, типа я что-то сделал в Фейсбуке, она сразу открылась, ведь я ничего не делал в Фейсбуке. Как видите, ребята, это баг, либо что, вы уже поняли, как открыть некоторых, в принципе, персонажей, да. Ну, в общем, давайте нажмем еще раз начать бежать. Сейчас вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Ну, на этом все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.